Они улыбаются, но раны на их душах не заживают. В России отмечают 35-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Матери погибших ребят, ветераны афганской войны, делятся воспоминаниями на страницах 12 и 13. Паевчане показали свои силы на лыжне России, а северские трубники на интеллектуальном ринге. О новостях недели на странице 2. Как сон поможет предотвратить простуду? А медицинская маска – здоровье и добрые отношения с людьми. Узнайте на странице 3. Не был бы я металлургом, то стал бы футболистом. Или военным. О чем еще рассказал журналистам Андрей Корягин, читайте на странице 4. Где и когда можно посмотреть повтор показа документального фильма о Дмитрии Соломирском? Узнайте на странице 5. Производства, которых нет. Юбилею Северского трубного завода редакция открывает новый проект о технологиях, ушедших в прошлое. В этом выпуске рассказываем о кричном производстве. Открывайте страницы 6 и 7. На пенсии жизнь только начинается. Заразитесь задором и жизнелюбием Анны Половниковой. К юбилею Совета ветеранов Северского трубного завода «Рабочая правда» продолжает рассказывать о его участниках. Страница 11. Чтобы животик не болел, позаботьтесь о желудочно-кишечном тракте. Простые советы на странице 14. «Рабочая правда». Читайте. Это хороший тон.